У областном центре финишевал 29-й междержавный турнир по вольной борьбе памяти нашего земляка, капитана 3-го рангу Анатолия Спянкова и загинувших членов экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец». С поборництвы собрали представничий состав удельников. За 22 комплекты узнагород змагались борцы из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Латвии. Тему протягнет наш корреспондент Сергей Мисурагин. Организаторам спаборництва ёсць чым ганарыцца. За всю историю своего існавання турнир по-ранейшему карыстаецца неподробной популярностью. Ён уключены в республиканский календарь спаборництву. И для белорусских борцов вольного стылю ён заявляется одним из этапов подрыхтовки на передадні важных внутренних стартов. Гости привозяць у город над Дзвіной амбіцыйных и добра подрыхтаваных атлетов, которые нацелены позмагаться за п'єдэстал. Это забяспечвае конкуренцию у большинстве ваговых категорий. За два дні на борцовском диване силами померились амаль 250 спортсменов, которые разыграли 22 комплекта узнагород. Летось их было значно меньше. Сёлета борьбу на турниры снова узнавили дзяўчыны. Гэты факт отыграл свою становчую роль. Упершыню у спаборництвах приняла удел команда с Казахстана. Соревнований в Казахстане мало. Вообще по молодежи мало соревнований проводят. Ну, в смысле того, что я здесь в интернете посмотрел, увидел положение о соревнованиях. Директора попросил, в США выделали деньги, и мы прилетели побороться. Давно на турниру областный центр не завидовали и украинские команды. Не отремливалось у сил разных причин и обставин. Все лето гости имкнулись достойно конкурировать с всеми удельниками спаборництв. Есть хорошие девочки, призерки чемпионата Европы по младшим кадетам. Есть девочка, ну, второй номер сборной Украины по взрослым, сейчас боролась, Масловская Оля. Ну да, турнир хороший, белорусский всегда славится традициями в женской борьбе. Недаром они были призерами чемпионата мира в команде. Плюс и есть казашки, россиянки, ну, есть кем побороться. Гонор областного центра отстоивали представники школы высшего спортивного майстерства, в училище Олимпийского резерву и областного клуба профсоюзу. Витебляне подтвердили статус фавориту спаборництву и заняли первое агульнокомандное место. Серебро и бронза достались борцам с города Минска и Минской области. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, новини Витебск.